В России сложилась зрелая многопартийная система, и можно с уверенностью говорить о развитой демократической культуре. Такой вывод сделал Владимир Путин, комментируя итоги прошедшего в минувшее воскресенье единого дня голосования. В эти минуты в Сочи, кадры мы получили только что, президент проводит встречу с новоизбранными губернаторами, главами 21 региона. Путин отметил возросшую явку, которая говорит о том, что гражданам не все равно, кто и как будет развивать их родные поселки и города. В целом, по мнению президента, выборы и губернаторские, и в региональные заксобрания прошли открыто и честно. И еще одно подтверждение тому – результаты. Отмечу, что выросла и явка. Граждане активнее участвовали в голосовании и выразили свою позицию, свою заинтересованность в том, как будут развиваться их поселки, города, регионы, где они живут. Что считаю важным? Это то, что граждане поддерживают именно те политические силы, которые выступают за поступательное развитие страны, за укрепление ее суверенитета, и тех людей непосредственно, которые ближе к людям. Избирательная кампания прошла в условиях открытой, честной и подчас весьма острой конкурентной борьбы. Что касается выборов глав регионов, то в некоторых субъектах федерации борьба шла буквально за каждый голос, а в одном из них, как вы знаете, для определения победителя понадобится и второй тур. Убежден, именно серьезная конкуренция должна способствовать приходу в федеральный парламент тех политических сил, тех политиков, которые не только словами, но и делами докажут свою способность решать самые насущные проблемы, волнующие людей.